хочешь кофе? Спасибо. Пожалуйста. Привет. Привет. Ты что такая мрачная? С Егором подцапалась. Он просто достал меня уже. Оль, ты бы не давила на него. Ну, Алла же сказала, у них проблемы на работе. Да у него вечные проблемы на работе. Только это не повод меня строить. Ладно, проехали. Как там с Денисом? Удалось что-то узнать? Нет. Только в очередной раз убедились, что Алекс не тот, за кого себя выдает. Что теперь делать? Ну, к Егору я сунуться не могу. А может, Мироновой позвоним, а? Пусть они его задержат и официально проверят. Оль, ты забыла, как мы Костика проверяли? Думали, что он киллер, а оказалось, что он частный детектив. Нет, спасибо, я так больше позориться не хочу. Ну да, да, ты права. Давай просто подождем. Я надеюсь, что Денису удастся что-то накопать на Алекса. Терпеть не могу ждать. Самое жуткое времяпрепровождение. А мы еще кое-что сделаем. Что, интригуешь? Да, я такая. Сейчас у Марины Марксовны прошусь. Держи. Спасибо, что помог. А то бы я с этой уборкой замучилась бы. Да ерунда. Хочешь, я ужин приготовлю? Я умею, ты не думай. Я сейчас. Привет. 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 Кофе хотите? Да нет, мы вообще на минутку. И даже на самом деле больше к Алексу. Хочу попросить у тебя ссылки на твои работы по экологии. А зачем? Да я делаю стенд в библиотеке на эту тему. И вот для сравнительного анализа, как у вас об этом пишут, как у нас. Мы еще на сайте разместим и фамилию твою обязательно укажем. Наверное, нет. Не получится. Черт. Я не понимаю, что сейчас происходит? Вик, прости, я тебе соврал. Я никогда не занимался экологией. Ну, ты же мне сам писал, и мы столько об этом говорили. Понимаешь, я просто увидел твой ролик и влюбился. А зачем соврал? Не хотел показаться придурком, который пишет всем подряд для того, чтобы познакомиться. Я подумал, что будет лучше, если я представлюсь коллегой. Нормальный подкат. И кто же ты на самом деле? Никто. Обычный парень. Из Марселя. Сын русских эмигрантов. Недавно уволился из армии. Пока просто не знаю, чем заняться. Мне надо было тебе сразу все рассказать. Прости меня, пожалуйста. Вик, в самом деле, прости его. Такая милая история, просто невозможно сердиться. Да, Тань? Да, конечно. Жалко только, что материал теперь в другом месте надо искать. Ну да ладно. Мы пойдем? Давайте. Да. Глупо, конечно, получилось. Если хочешь, я уйду. Ты вроде ужин обещал приготовить. Ну, ты по-прежнему Алексу не веришь? Нет, конечно. Его слова никак не объясняют, почему информация о нем закрыта. И вообще, ну, может, я уже на воду дую, но меня очень много настораживает его поведение. Что нам делать теперь?
Ну хорошо, я наплюю на свое самолюбие и позвоню Егору. Не надо, жертв. Ладно, если моя хитрость ничего не дала, ждем информацию от Дениса. Угу. Прошлого. Знаешь, наследство отцов не всегда приносит счастье детям. Не понимаю. Вик, мне надо уйти ненадолго. Что, прямо сейчас? Давай, знаешь, как сделаем? Ты пока отдохни, полежи, почитай. А я прям мигом смотаюсь и вернусь. Танечка Андреевна, я больше не могу. Ну что это за дети? Как они учатся? Что случилось, Марина Марксовна? Вы знаете, что захотел прочитать этот ребенок? Старуха Баскервиль Горького. Ну, Баскервиль. Ну, сил моих нет больше. Ну, он дошел до библиотеки. Значит, есть шанс. Ох, не знаю. Ох, не знаю. Кстати, там вас ждут. Спасибо. Добрый день. Вы ко мне? Чем могу вам помочь? Я адвокат Андрея Назарова. Мы с ним собираемся оспорить сделку о продаже дома. Так, а почему вы пришли с этим вопросом ко мне? Насколько я понимаю, Андрея обманула его жена. Да. Разумеется, мы будем требовать от Нины Назаровой выплатить супружескую долю. Но это долгий процесс. Сейчас гораздо быстрее получится аннулировать сделку и вернуть Андрея дом. Так, подождите. А что будет со мной? Ну, поживете где-нибудь, пока все не закончится. У вас ведь наверняка есть друзья или знакомые. Деньги свои, как добросовестный покупатель, вы не потеряете. Можете не волноваться. А мне сейчас важнее добиться освобождения моего клиента под домашний арест. Ну, это я понимаю. Чтобы выйти под домашний арест, нужен как минимум дом. Я знала, что вы разумный человек. И я предлагаю вам не тратиться на адвоката, а согласиться на все мои условия. Уверяю вас, это наилучший вариант. Извините, мне надо идти. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я добровольно полезу в такие источники, я бы долго ржал. Но ты же что-то нашел. Я-то нашел. А ты, в знак благодарности, могла бы мне принести хоть что-то съедобное. Денис, ну прости, пожалуйста, я исправлюсь, честное слово. Рассказывай, не томи. Ладно. Алекс Лассаль. Не наврал. Он действительно сын русских иммигрантов. В 92-м году его родители вместе с ним уехали жить во Францию. И осели в Марселе. А фамилия настоящая? Смеешься? Нет, конечно, по рождению он Алексей Ласкин. Папенька его там пытался замутить бизнес, но ничего не вышло. Мама через год умерла, и наш Алексей пошел служить в иностранный легион. Зачем? Разве это не опасно? Ну, опасно не опасно, а полноценное гражданство, знаете ли, хочется. Да и потом, папеньку без денег не оставишь. Не, ну, выбор вполне очевиден. Кстати, он там неплохо дослужился, поэтому информацию о нем и закрыли. Да уж, обычный парень из Марселя. Слушай, а можно что-то узнать о его отце? А ты думаешь, я не знаю, что ты меня это спросишь? Можно? Антон Ласкин. Кстати, раньше был неплохим программистом. Кое-что про его работу я нарыл.
Странно, что он во Франции не пошел в эту сферу. Да, скорее всего, просто тупо вывалился. В нашей сфере все очень быстро меняется, потом еще в России ушел в бизнес. Кстати, был соучредителем банка «Футура». Может, ты слышал, знаешь? Не, не помню. Не помнишь, ну и ладно. Но самое главное, в 92-м году Ласкина объявили в розыск за убийство Анатолия Писарева. Бинго. Не то слово. Господи, что же я наделала? Зачем жизнь у Вику оставила? Только бы мне опоздать. Мария, да, срочно нужна помощь. В общем, Алекс Лассаль, сын человека, который 30 лет назад убил отца Вики Пир. Срочно вернуться домой, я буду все вспоминать. Ничего не понимаю. А что тут непонятно? У него там француженки, Шарман, Мерси, а тут всего лишь я. Вик, не говори глупостей. Ты лучше всех француженок вместе взятых. Мария, похоже, Алекс сбежал. Лассаль, конечно, странный товарищ. Проживание оплатил через Инет, прислал багаж, а сам в гостинице так и не появился. То есть его вещи до сих пор в номере? Нет, он позвонил им, попросил все вещи положить в камеру хранения. А сам как сквозь землю провалился. Ни на ЖД, ни на автовокзале его не видели. А таксистов отработали? Конечно, но без толку. Если его вывозили, то не запомнили. Похоже, наш легионер залег на дно. Не нравится мне это. Да уж, в МУХе не только иностранных спецназовцев не хватает. Интересно, что он задумал. Нет. Пока мы будем разгадывать его загадку, к Вике нужно приставить охрану. Девки, да вы с ума сошли? Ничего мне Алекс не сделает. Хотел бы, 100 раз уже сделал. Нормальный парень, я сразу это поняла. Вик, послушай, ты его едва знаешь. Да какая разница, сколько ты кого знаешь? Вон мы с Веркой Корочич с 1 класса вместе учились. И что? Она оказалась убийцей. Вот сильно вам долгое знакомство помогло? Это уж совсем крайний случай. Ничего не крайний. Вообще, когда мама умерла, Алекс был вместе с нами в кафе. Я уверена, с ним что-то случилось. Ну, может, ты и права. Но пока... Давай ты поживешь у меня, а? На всякий случай. Ну, или у меня. Нет, я никуда не пойду из дома. Девочки, ну вдруг он вернется? Так, тогда мы с Таней остаемся у тебя. О! Здорово. Привет. Ты чё, сегодня 8 марта? Ну, вообще-то, женщины дарят цветы не только на 8 марта. Ты тоже в курсе? Так. Ой, па, мои любимые. Сыночек, какой же ты болван. В дом, где живет больше одной женщины, нельзя приходить с одним букетом. Скажи спасибо, Ольга сегодня здесь не ночует. Не ночует? В смысле? А где она ночует? Она у Вики осталась. Так, подождите, а ужином меня хоть каким-нибудь накормит?
Я детей подстраховала, ухожу. А ужин приготовь себе сам, не маленький. Дети, пока. 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 Па, ну хочешь, я тебе яичницу с помидорами сделаю. Ай, зайчонок, ты у меня лучшая дочь на свете. Ну, у меня мимиметр сломался от вас. Девочки, мы должны решить, что будем делать. Полицейский возле дома – это, конечно, хорошо, но тебе в любом случае нельзя одной оставаться. А мне нужно на работу. Да, мне тоже на работу пора. А может, ты со мной пойдешь? Ну что у нас, тихо, прохладно. Посидишь, почитаешь? Девочки, спасибо, но не парьтесь вы. Да не останусь я одна. Сейчас Николай Николаевич придет. Я ему утром позвонила, попросила продуктов мне принести. Ну, хороший дядька. А про Алекса... Вы зря гадости думаете. Я уверена, с ним что-то случилось. За чего ты это взяла? Не знаю. Просто когда он уходил, он сказал что-то странное. А что он сказал? Что наследство отцов не всегда приносит детям счастье. Я сначала не поняла, про что он, а потом спросить не успела. О! Доброе утро, девочки. Здравствуйте. Тань, пойдем, на работу пора. Да, да, пойдем. Здрасте. Здрасте. Вы Вику, пожалуйста, одну не оставляйте, ладно? А мы после работы заглянем. Давай. Не волнуйтесь. Никого к ней не подпущу. Танечка Андреевна, с вами все в порядке? Понятно ваше нетерпение, юная леди. И я с абсолютной уверенностью могу сказать вам, да, действительно, наследство отцов не всегда приносит детям счастье. Но вам же известны все участники этой истории. И чтобы окончательно разобраться в ситуации, вам нужно взглянуть на всех ее участников с точки зрения прошедших десятилетий. Поверьте, время так меняет людей. Нужна ваша помощь. Нам надо поискать кое-какую информацию в газетах 90-х годов. Ну, вы же все оцифровали. Точно. Теперь же это так легко. Что конкретно ищем? Нам нужны любые упоминания об убийстве Анатолия Писарева. Ну, вы хотя бы год помните. А когда это случилось? 25 марта 92-го года. Давайте я возьму конец марта 92-го года, а вы пока начинаете апрель. Угу. Апрель так апрель. По-моему, я что-то нашла. Интересная заметка.
пуля для друга. Так. Это надо показать Денису. Ну, сделать это легко. Я закинул фотку в пругу. Она их состарит. И посмотрим, что из этого получится. А это долго? Ты куда-то пишешь? Все готово. И чайник закипел. Ну, поешь хоть немножко. Что-то случилось? Мне нужно бежать. Алекс в беде, и ему нужна моя помощь. Так там полицию у входа. Ты расскажи им. Они тебе помогут. Нет, ни в коем случае. Черт. Как же быть? А я знаю, что делать. Не может быть. Что не так-то? Денис, ты знаешь номер Вики? Да. Узнай по-быстрому, где она сейчас. Егор, беда. Товарищ лейтенант, я поеду. Вика вроде заснула. Ты не беспокой ее, пожалуйста, зря. Измоталась. Само собой. Вам, Николай Николаевич, сама бы я не справилась. Да пустяки. Телефон оставила? Конечно, вы же сказали. Держи на лобу, бережи. Так, ну что, давай докладывай. Все тихо, посторонних не было. Хозяйка спит, а мужик уехал, седой такой. Один уехал? На чем? Один. Коричневый универсал Х-946 ХС. ХС. Свяжись с Мироновой, объявляй план перехват. Есть? Да. А я в дом. Вик! Вика! Господи, хоть бы живая. Алекс, очнись. Да не буди ты его. Пусть поспит еще. Что происходит? Вы кто? Это лось. Это он убил твою маму. Ой, ну надо же, проснулся. А вот что значит здоровый организм. Никого я не убивал. Я ее пальцем не трогал. Но если вы лось, то... То что? Эту кликуху мне, между прочим, твой папаша приклеил.
Дружили мы с ним очень когда-то. Да и с Тохой Ласкиным, его отцом тоже. Это правда? Я ничего не понимаю. А ты садись. Садись, садись, я тебе сейчас все объясню. Я ведь специально тебе сообщение от Алекса отправил, ну, чтобы с тобой спокойно поговорить. Девочки просили охранять меня. А получается, охранять было нужно от вас. От меня не надо. Я тебе ничего плохого не сделаю. И ему тоже. Прости, но просто у меня не было другого способа собрать вас вместе, чтобы все обсудить. Садись. Мы втроем, я, Тоха и Толик, замутили в свое время очень крутой бизнес. Но в 90-х слишком богатым быть было опасно, на наш банк наехали. Ну и мы приняли меры. Все деньги мы вывели за границу. Ну и решили на какое-то время залечь на дно, притаиться. Ну что, господа, денежки спрятаны. Копилочка закрыта. Никто в одиночку из нас в нее не влезет. Да, нормально. Будет повод встретиться. Отличная идея, чтобы три сезама вместе открывали дверцы. Так и будем эти пароли хранить. Может, лучше запомнить, а бумажку выкинуть? А то увидит кто-нибудь и поймет, что мы бабло припрятали. А я паяльник в седалище не хочу. Ну ты придумал выкинуть. А если тебя кирпич на макушку упадет, а? Олежек, и будь. Тут помню, там не помню. Нет, Олежек, нам такие проблемы не нужны. Спокойно, не ссорьтесь. Я все продумал. Напишите пароль на обратной стороне и пусть дома лежат. Никому и в голову не придет мысль о том, что такая ценная информация написана на какой-то фотке. Никто даже внимания не обратит. Не нравится мне это все. Олежек, не мучайся. Я мозг, ты бицепс. Давай каждый будет заниматься своим делом. Я, честно, ждал целый год. Ну, надеялся, что мы еще какую-нибудь идейку запустим. Снова поднимемся. Короче, прошло 30 лет, а наша копилочка так и лежит. Не вскрытая. Я не понимаю. Вы хотите сказать, что ваши общие деньги до сих пор лежат в каком-то банке? Да. Огромные деньги. Вы таких денег даже не видели. И я предлагаю нам всем объединиться, вскрыть этот счет и забрать то, что нам принадлежит. А ты что скажешь? Ты тоже приехал, чтобы искать доступ к деньгам? Или снова будешь говорить мне про неземную любовь? Ну почему про неземную? Очень даже про земную. Хотя в целом, да, ты права. Отец рассказал мне про деньги, я хотел их найти. Да ладно, не обижайся на него. Ну, приврал немного, ну, чтобы познакомиться. А потом и вправду влюбился. Дело житейское. Ничего, деньги поделим, поженитесь. Там и вам хватит, и детям, и внукам вашим тоже. Какой вы добренький. Что же вы 30 лет одной фразой перелистнули? Чего же ничего не рассказали? А что рассказывать? Про то, как я сел, а потом еще раз сел. Ну так в 90-е кто только не сидел. Что ж про убийство ничего не рассказали? Какое убийство? Как отца моего подставили. Как нам с границы пришлось бежать. Да никого я не подставлял. А то, что вы за границу сбежали, я вообще узнал потом. И вообще, что об этом говорить? Кому это надо? Вике надо. Это же ты ее отца убил. Что? Слушай, ты, щенок,
Я вообще-то с вами по-хорошему хочу договориться. Не доводи до греха. Короче, давайте объединим наши пароли, получим деньги и заживем как люди. У тебя дома была такая фотография? Какая к черту фотография? Это правда? Это вы убили папу? Хорошо, я понял. Да, сейчас буду. Без меня не суетесь. Угу. Ну вот, машину нашли. Надеюсь, и фигурант где-то рядом. Стоп, я тебя не приглашал. Я не спрашивала. Ладно, поехали. Давай за мной. Разгром. Она хотела вызвать полицию, но они сами позвонили и сказали, что папу застрелили. Значит, это были вы. Вы еще тогда искали пароль, но не нашли его. Все? Поплакала? Можем продолжить? Вы хоть понимаете, что вы сделали с нашей жизнью? Мы папу даже не похоронили. Мама просто дала деньги соседке на все расходы и убежала со мной в ночи. А потом вы снова вернулись. Спустя 30 лет. И убили маму. Да не трогал я твою мать. Я пришел, чтобы предложить ей огромные деньги. Хватит комедию ломать, а? Скажи, где пароль, и я уйду. Ладно. Смотри сюда, узнаешь? Да, правильно. Это твоя доченька любимая. Да. Руки убери. Сделаем так. Я сейчас уйду, а ты посиди, отдышись. И подумай, что лучше. Либо все живые, счастливые, богатые, либо твоя доченька сдохнет в расцвете лет. Умрет страшной и мучительной смертью. Руки, сказала, бери! Все поняла? А мало того, что твоя мать оказалась полной дурой, она еще померла. Не вовремя. Так что давай напряги свои мозги. И вспомни, куда она могла пароль спрятать. Вы нормальный? Вы правда думаете, что я вам буду помогать? А что тебе остается? У тебя другого выхода нет. А ты мне потом спасибо скажешь, когда свое приданное увидишь. Вик, не ведись. Ты жрал только потому, что еще не отдала то, что ему нам. Да? А почему тогда я тебя не убил? Твой пароль-то у меня есть. Ты же в добренького играешь. Ты же не хочешь Вику моим трупом напугать? А ты прав. Это хорошая идея. Я думаю, что когда она увидит твои мозги на стене, быстрее начнет соображать. Ну что? Да, нет? До трех считать? Не надо. Кажется, я знаю, где она могла его спрятать. Вот и умница. И где? Дайте мне мамин ноутбук. Да я все в нем перерыл. Там нет ничего. Значит, вы не там искали. Так, ты вокруг дома, ты под окно. А ты
Ты, если только на шаг от машины отойдешь, я тебя точно посажу. Репертуар смени. Посажу. Мама однажды спросила меня, можно ли спрятать текст так, чтобы его никто не нашел. Я тогда и подумать не могла, что это не из-за любопытства. Смотрите. И что это за фигня? Своего ты зря не послушала. Ну ничего. Все будет быстро. Не надо, пожалуйста. Не надо, оставь ее, не делай этого. Тихо, дружище. Пистолет опусти. А теперь ты положи. Викай, все будет нормально. Хорошо, смотри, вот. Теперь давай поговорим. Давай. Что они там делают столько времени? Что надо, то и делай. Держите себе в руках. Ну, что? Я не знаю. Меня не пустили в операционную. Я под дверью слушала. Ну, там же Завадский, да? Вот, ты говорил, он гений. Гений? Гений тоже человек. В общем, молитесь как можете. Может, кровь нужна, я могу сдать. Будет нужна, скажут. Давайте на улицу выйдем. Все равно раньше, чем через час, нам ничего нового не сообщат. Оказались в доме Быкова. Вы что, сейчас хотите об этом поговорить? А вы заняты чем-то важным? Хорошо. Я получил сообщение с неизвестного номера. Давай встретимся, я расскажу тебе всю правду про наследство твоего отца. И адрес. И вы никому ничего не сказали, а сразу поехали? Конечно, тупанул. Можно было догадаться, что это ловушка. Алекс, привет. Вот ж кого не ожидал здесь увидеть. Я тут такое нашел. Посмотри внимательно. Узнаешь меня?
очнулся, привязанным к стулу. Хотел освободиться, не вышло. Мутило сильно. Он вколол мне что-то мерзкое. Потом пришла Вика. Вот, в общем-то, и вся история. История занимательная. Ничего не скажешь. Главное, что она хорошо закончилась, благодаря вам. У Быкова мы нашли чистый паспорт и 6 билетов с открытой датой в разные страны. Вы думаете, он бы нас убил? Ну, а для кого, по-вашему, у него в подвале были заготовлены мешки с цементом? Вик. Прохладно, я внутрь зайду. Да, пойдем. Пожалуйста, давай поговорим. Я и сама хотела поговорить с тобой, но... Но я не знаю, как мне с тобой разговаривать. Я же верила тебе. Я тебе доверяла, а ты... А я люблю тебя. Ну, поверь, в последний раз. Да не нужны мне эти чертовы деньги, оставь их себе. Ты с ума сошел? Я из-за них без отца выросла. А теперь еще и матери лишилась. Хорошо, давай тогда отдадим в какой-нибудь благотворительный фонд. Я не хочу, чтобы они стояли между нами. Ну все, не плачь, не плачь. Теперь все будет хорошо. А что случилось? Да мы сами не знаем. Просто свет погас и все. Так спокойно. Наверняка в больнице есть генератор. Быстро. Телефон с фонариками сюда. Что там происходит? Генератор хватил только на аппаратуру. Хирургу нужно светить. Спасибо.